рожденный спаситель — шанс для человечества. And I want to say that the subject of my sermon is a born savior is a chance for humanity. Если сегодня есть люди в этом зале или онлайн, которые в Бога не верят, if there are people here or online and you do not believe in God, я вначале в своем вступлении хочу сказать, что о рождении Иисуса было предсказано многими пророками. I want to say in the introduction that many prophets predicted Jesus' birth. Кто знает, сколько пророчеств о Иисусе Христе содержится в Старом Завете? Who knows how many prophecies are there in the Old Testament about Jesus Christ? Есть идеи? Any guesses? В основном придерживаются мнения, что более 300 пророчеств было о Иисусе Христе в Старом Завете. It is mostly agreed that there were over 300 prophecies in the Old Testament about Jesus' coming. Вы можете себе представить? Imagine that. Что-то, что было предсказано очень давно. Something that was predicted very long ago. И то, что в точности исполнилось. And it was fulfilled completely. И таких примеров сотни. And there are hundreds of these examples. Итак, я вам назову только три пророчества, которые были о Христе. I will name three prophecies about Jesus Christ. Первое из них — это то, что дева родит и назовут его Эммануил. First is a virgin will give birth and he will be called Emmanuel. Исаия 7 глава. Isaiah 7. Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил. The Lord himself will give you the sign. Look. The virgin will conceive a child. She will give birth to a son and call him Emmanuel. Пророк Исаия пророчествовал о Христе задолго до этого события. Isaiah was prophesying about this event a long before it happened. И это пророчество сбылось. And it fulfilled. Луки, первая глава. Luke 1. Уже много лет спустя мы читаем: ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим. And Luke later said, the angel replied, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you, so the baby to be born will be holy, and he will be called the Son of God. Вся история Иисуса призывает людей веровать. The whole history of Jesus calls people to believe. Нельзя смотреть на христианство, на историю Иисуса, только используя логику и разум. You can't look at the history of Jesus using just logic and just mind. Мы это видим с самого начала, с рождения. We see this from the very beginning, the birth. Потому что я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание на слово «знамение». Because I want you to draw attention to the word a sign. Исаия 7 глава. Isaiah 7. Написано: «Итак, сам Господь даст вам знамение». It says, the Lord himself will give you a sign. Что же это за знамение? What is this sign? Знамение в том, что дева, the sign is that a virgin, которая не имела сексуальных отношений с мужчиной, who never had sex with a man, родит ребенка. She will give birth to a child. Это не соответствует ни логике, ни природе, ни разуму. This goes against logic, against mind, against... Это сверхъестественно. Against nature, it's supernatural. Вот из этого все начинается. And that's where it all starts. Это уже закладывает, ставит человека перед выбором: я верю или я отвергаю. This makes a person choose: do I believe or do I reject this? Дальше, когда мы читаем Луки первую главу, when we read Luke 1, серия сверхъестественных событий. There is a series of supernatural things that happen. Ангел является, ангел говорит, Дух Святой осенит. An angel comes, he speaks, and Holy Spirit overshadows. Куча разных чудес сверхъестественных. There are many supernatural miracles that happen. Которые снова ставят человека перед выбором: я в это верю, или это для меня сказки. And they make a person choose: do I believe this, or all this is fairy tales? Второе пророчество. Second prophecy. Мессия окажется в Египте. The Messiah will end up in Egypt. Матфея 2 написано: он встал, взял младенца и матерь его, и ночью пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. И дальше: да сбудется реченное Господом, внимание, через пророка, который говорит: из Египта возвал я сына моего. And Matthew 2 says, that night Joseph left for Egypt for the child and Mary his mother, and they stayed there until Herod's death. They fulfilled what the Lord had spoken through the prophet: I called my son out of Egypt. Интересно, что это тоже было предсказано пророком Осия. It's interesting that Hosea said the same thing. He predicted this. И проходят тысячи лет. And thousand a year comes. И это в точности сбывается. And this happens exactly like it. Третье предсказанное пророчество о Иисусе. Third prediction about Jesus, a prophecy. К
Христос родится в Вифлееме. The Christ will be born in Bethlehem. У вас никогда не задавался вопрос, а почему Вифлеем? Did anybody ask a question to themselves, why Bethlehem? А что значит название слова Вифлеем? What does the word mean, Bethlehem? А где находится географически расположение Вифлеема? Where is geographically Bethlehem? Оба момента имеют смысл. Both, all of these things, they have a point. Михея 5 написано. Micah 5 says, но ты, Вифлеем, but you, Bethlehem, один из наименьших городов в Иуде. Из тебя выйдет тот, кто станет правителем Израиля. You are small among the clans of Judah. Out of you will come for one who will be ruler over Israel. И снова много лет спустя. And again, many years later, пророчество точности сбывается. The prophecy fulfills fully. Это далеко не все пророчества, их намного есть больше. This is not all the prophecies, there is a lot more. Мы просто констатируем факты. We're simply saying what we know, the facts. Вспомните причину, почему Иосиф и Мария оказались в Вифлееме. Remember the reason why Joseph and Mary ended up in Bethlehem. Кто помнит? Who remembers? Указ римского правительства. Roman emperor said something, he made a command. У меня к вам вопрос. Это римское правительство было хорошее, доброе? I want to ask you a question. Was this Roman Empire good? Они чтили истинного Бога? Did they honor the real true God? Пока просто держите эту мысль. Just think about this. А потом указ, чтобы все люди шли на перепись. And then they commanded everybody go for census. Зачем? Why? Зачем им статистика? Why do they need the statistic? Кто знает причину? Who knows the reason? Налоги. Taxes. Главная цель – налоги. The main reason – taxes. Римская империя, которая в то время расширялась и почти доминировала мир. Roman Empire that was expanding, it was almost dominating the whole world. Смысл всей переписи населения – all the point of the whole census is – чтобы всех обложить налогами. To make sure everybody pays taxes. А теперь, друзья, представьте, просто представьте. And now just imagine. Какое было возмущение в народе. What kind of an uprising was in the people? Вы включили новости? You turn on the news? Вы открыли ваш Instagram? You open your Instagram? А там написано. And it says there. Указ президента. President says. И мирового правительства. And the world government says. Всем поехать в ту страну, где вы родились, и в тот город. Everybody go back to your country where you were born and into that city. Представьте, что такой указ вышел только в Америке. And imagine this just happened even in US alone. Вы представляете, забитый аэропорт. Imagine packed airports. Трафик. Traffic. Вокзал. All the bus stops. И всем там дали пару недель на исполнение приказа. And you have to do this in 2 weeks or a few weeks. Представьте, друзья, какая нагрузка. Imagine the overload. Вся Римская империя, если вы почитаете вот это внимательно, этот стих Луки 2:1, вся Римская империя должны были исполнить этот приказ. If you carefully read Luke 2:1, the whole empire, the Roman Empire had to. Вы никогда не задумывались, какой трафик был? Just think about the traffic. Вся Римская империя. The whole Roman Empire. Это не только Галилея, Палестина. That's not just Palestine and Galilee. Все, кто был под римлянами. Everybody who was under Romans. И вот смотрите, какая нагрузка. And imagine this overload. Какие затраты? And the expenditure. На дорогу. For the road. Сколько времени на это требуется? How much time needs to be spent? Почему нельзя сделать запись в том городе, где ты сейчас живешь? Why not just write your name down where, in a city where you live now? А теперь внимание. And now carefully. Заметьте, вещи, которые нам, людям, непонятны. Notice those things that we don't understand as people. У Бога под контролем. God controls them. Вещи, которые сегодня нам, людям, непонятны, у Бога под контролем. Those things that we people do not understand today, God controls them. Римское правительство, Roman government, которое издает указ, that gives a command, которое в Бога не верит, не чтит, it doesn't believe in God, doesn't honor God, у правительства свои цели, the government has its own goals, но Божий план, but God's plan, в точности исполняется. Exactly gets fulfilled. Как задумал Бог. Just as God predicted and decided. Я надеюсь, вас это немножко успокоит. I hope события this calms you down. Всех мировых событий. With all the stuff that's going on in this world.
важная деталь. That's a very important detail. Вифлеем был очень маленький город, скорее всего, деревня. Bethlehem was probably a small city, maybe even a village. Примерно 90 миль к югу от Иерусалима. About 90 miles from Jerusalem. Если мы возьмем слово Вифлеем, if we take the word Bethlehem, то на иврите, in the Hebrew language, он состоит из двух слов. It's a combination of two words. Слово Beth, которое значит дом, the word Beth meaning house, и Lehem, которое значит хлеб. And the word Lehem, which means bread. Итак, в переводе Вифлеем значит дом хлеба. So Bethlehem means house of bread. Здесь тоже трудно не увидеть значение. And it's hard not to see the meaning. Иисус часто себя называл хлебом жизни. Jesus often called himself the bread of life. Иоанна 6:48, я есть хлеб жизни. John 6:48 says, I am the bread of life. Человек не сможет полноценно жить без пищи. The person cannot live fully without food. И если даже ты не веришь в Иисуса Христа, and even if you don't believe in Jesus Christ, я надеюсь, что ты согласен, I hope you are agreeing, что каждый человек, that every person, имеет дух, душу и тело, has a spirit, a body, and a soul. Не только тело нуждается в пище, and not just your body that needs food, но дух тоже нуждается в питании. But spirit too needs food. И единственный метод, как это удовлетворить, and the only way to satisfy it, как заполнить это, how to fill it, это только Иисус, который сравнивается с хлебом жизни. It's through Jesus who is compared to bread of life. И теперь ключевой стих. So now a key verse. Матфея 1:21. Matthew 1:21. Вы можете его запомнить и спрашивать это жену, супруга, детей, соседей. You should remember it and ask your children, your wife, your neighbors. Почему родился Христос? Why did Jesus born? Was born. И ответ. Матфея 1:21. Matthew 1:21. Давайте попробуем потренируемся. Почему родился Иисус Христос? И мы хором отвечаем. Матфея 1:21. Let's practice. Why was Jesus born? We all answer Matthew 1:21. Там написано, родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он, с большой буквы, спасет людей своих от грехов их. It says, she will bring forth a son and you shall call his name Jesus, for he, capital letter, will save his people from their sins. Сегодня люди празднуют Рождество по разным мотивам. You know, many people celebrate Christmas for different reasons. Но верующим христианам, but Christian believers, должны знать, they need to know, истинную причину, почему Иисус родился, the true reason why Jesus was born, чтобы спасти людей, to save people, и там написано своих людей, and it says his people, от грехов их, from their sin, грехи наши, the our sin, и при этом мы его, and at this time we are his, люди. We are his people. Грех — это болезнь, sin is a sickness, от которой современная медицина не имеет лекарства. That modern technology and medicine does not have a cure for. И хотел бы, чтобы мы сегодня посмотрели, что же такое грех. And I want today to look at what is sin. С чем мы боремся? What are we fighting and battling? Для чего пришел Иисус? What did Jesus come от for? Чего он хочет избавить человечество? What is he trying to save the humanity from? Итак, природа греха. So nature of sin. Грех, это следующий слайд, это причина многих катастроф, зла и насилия. Sin is the reason for many catastrophes, evil and oppression. Грех это то, что впоследствии греха пришли болезни и смерть. Because of sin as a consequence, death came and sickness. И грех это больше, чем просто плохие поступки. And sin is more than just bad actions. Так, давайте посмотрим на сущность. So let's look at the essence. Начало. The beginning. Природа греха. The nature of sin. Итак, мы с вами вернемся в самое начало Библии. So let's come back to the very beginning of the Bible. И первый пункт — это сомнение. And the very first thing, и непослушание doubt, Богу. And disobedience of God. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказал змей жене, ешьте, не умрете. And the serpent say, did God really say you must not eat the fruit from all these trees in the garden? You won't lie. You won't die. Друзья, обратите внимание, начало. Грех берет свое начало в сомнении в ком? Notice that the beginning is in doubting whom? В сомнении в Боге. Doubting God. И в Его Слове. And doubting God's word. Любой человек, any person, кто находится в этом зале, who is here in this кто будет смотреть онлайн, who will be watching online,
кому предлагается поверить в Спасителя, whoever is offered to believe он будет сражаться с этой первой мыслью. That person will have to fight this first thought. Сомнение. Doubt. Мы сразу думаем, ну грех это значит блудить, курить, убивать. Нет, 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 нет. Right away we think that it's to smoke. Это уже дальше. Smoke, drink, это уже потом. Это последствия. No, those are consequences. Но первое начало. But the very first beginning. Сомнение. Is doubt. Есть ли Бог? Is there God? Жив ли Бог? Does God, is God правда alive? Ли это? Is this true? Did he say this? А что об этом говорит наука? What does the science say about? Вот с чем сражается человек. What does the what the person what's и what дьявол, fighting for? And devil, тогда и сегодня, then and now, очень помогает человеку в кавычках. He very helps people, in quotes. Именно сомневаться. He helps them to doubt. Дьявол раскачивает доверие Богу. Devil, he tries to shake the trust in God. Подлинно ли сказал Бог? Did God really say? Итак, друзья. Сомнение — это начало греховной природы. So doubt is the beginning of sinful nature. Дьявол атакует авторитет Божьего слова. Devil attacks the authority of God's word. И сегодня тактика дьявола не изменилась. And today the tactics of devil did not change. Бог дал человеку инструкцию на жизнь — это заповеди. God gave the instructions to live, which are the commandments. И непослушанию его заповедям — это есть грех. And disobeying his commandments is sin. И это то, что сделал первый человек, самый первый, Адам и Ева. And that's what the very first man did, Adam and Eve. Дьявол им сказал, вы не умрете. Devil didn't say that you will die. А Бог сказал, умрете. But God said you will die. И смысл, который Бог имел, это что вы умрете духовно. And what God was trying to say is that you will die spiritually. Они физически не умерли после того, когда они вкусили плод. They didn't die physically when they ate this fruit. Но они умерли духовно. But they died spiritually. Духовная смерть — это отсутствие отношений с Богом. Spiritual death is the absence of the relationship with God. Это когда человек осознанно выбирает не повиноваться и не жить по божественным принципам. It's when a person specifically chooses not to listen to God, not to live according to His principles. Итак, первая сущность греха — это сомнение в Боге, в Его слове и непослушание. So the first essence of sin is doubting God's word and disobedience. Вторая природа греха. Second nature of sin. Право определять добро и зло. The right to determine what is good and evil. Но знает Бог, что в день, в который вы укусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, понимающие, знающие, что плохо, а что хорошо, что добро, а что зло. God knows that your eyes will be opened as soon as you will eat it, and you will be like God, knowing what is good and what is evil. You decide now. Человеку всегда хочется верить, что он лучше знает, чем Бог. People always want to believe that they know better than God. Вам так не кажется? Don't you think? Иногда даже как-то хочется помочь Богу. Sometimes you kind of even want to help God. Но Бог, but God, как наивысший авторитет, as the highest authority, единственный, the only one, который имеет право определять, что есть хорошо, а что плохо. Who has the right to decide what is good and what is bad? Что есть добро, а что зло? What is good, what is evil? Что есть грех, а что есть праведность? What is sin, what is righteousness? Бог установил границы морали. God decided the borders of moral. Но сегодня человек сам хочет это определять. But today people want to decide this on their own. Человек хочет эти границы менять. People want to change these человек borders хочет of morality. Правила менять. People want to change the rules. То, что Бог сказал нельзя, человек говорит можно. Whatever God said don't do, people say yes. То, что Бог назвал грех, what God called sin, либеральное общество говорит не отказывай в себе. The liberal community says, oh, don't say no to yourself. Служи сам себе. Serve yourself. Люби себя. Love yourself. Угождай себе. Please yourself. Вот почему сегодня мы имеем столько много проблем, разврата. That's why we have so much problems and dirty things. И вот этот разврат и моральность, она сегодня уничтожает мир. And this immorality, these dirty things, they are destroying the world. Потому что человек решил. Because people decided. Что он имеет право определять. That the person has the right to decide. Что можно, а что нельзя. What is okay, what is not.
Иоанна 3 написано, всякий делающий грех делает и беззаконие. John 1, и грех есть беззаконие. John 1:3 says, everyone who sins is breaking God's law, for all sin is contrary to law of God. Поэтому, друзья, любое ваше мнение на любое поведение или слово. So, friends, any of your opinions of anybody's behavior, вы можете думать, что вы имеете на то право. You might think that you have the right to have this opinion. Да, каждый имеет право иметь мнение. Yes, of course, everybody has the right to have an opinion. Но при этом важно не забыть. But it's important to remember, что только Бог, that only God, и только Бог, and only God, имеет право определять, что добро, что зло. Has the right to decide what is good, what is evil. И как только человек начинает это менять, and as soon as the human being starts to change this, присваивать право себе, and starts to make decisions themselves, вот это природа греха. This is the nature of sin. Это начало, это корень греха. This is the beginning, this is the root of sin. Третье — это независимость от Бога. Third is independence from God. Там же написано, но знает Бог, что в день, который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. It says there that God knows what your eyes will be open as soon as you eat it, and you will be like God. Дьявольская ложь. This is a lie of the devil. Вы будете как боги. You will be like gods. Что здесь имеется в виду? What is the meaning here? Что нет нужды в Боге. That there is no need in God. Ты умный. You are smart. Ты образованный. You are educated. Ты молодец. You're a good person. Посмотри на прогресс технологий. Look at the progress of technology. Посмотри на прогресс медицины. Look at the progress in medicine. Зачем нам Бог? Why do we need God? Где Бог? Where is God? Кто видел Бога? Who saw God? Бог нам не нужен. We don't need God. Независимость от Бога. Independence from God. Отвержение Бога. Rejection of God. Вы будете как боги. You will be like gods. И миллионы поверили в эту ложь. And many people believe, millions believe this lie. Это природа греха. That's the nature of sin. Ты сам себе начальник. You are your own boss. Ты можешь сам себе решать. You can decide. Тебе не нужен Господь. Ты Господь. You don't need the Lord because you are the Lord. Живу как хочу, как получается. I live as I want to, as it works. Самоутверждение, самоуверенность, гордость. Self-affirmation, pride, self-assertion. Это все корень природы греха. All of these things are roots of sin. Вы не хуже, вы не ниже Бога. You're not worse than God, lower than God. Но можно быть независимым от Бога только в рамках Божьих принципов. But you can only be independent of God within God's principles. Это все равно, как инженер строит мост, it's like an engineer is building a bridge, но не хочет быть зависим от законов физики. But doesn't want to follow or be dependent on laws of physics. Рано или поздно этот мост рухнет. At some point, this bridge will simply collapse. Поэтому, друзья, сегодня, so friends, today, грешному человеку покорность Богу и его заповедям это кажется унизительно. Obedience to God and following his commandments seems like it's putting us down. Люди думают, это рабство. People call it slavery. Но человек не осознает, but what people don't realize, что на самом деле он без Бога настоящий раб. That in reality he is a real slave without God. Он не может справиться со своим характером, he can't control his own character, со своими эмоциями, his emotions, со своими привычками, his habits, со своими зависимостями, his addictions. Кто-то не может не курить, не может не пить, не может не ругаться. Some people cannot say, not say curse words or not drink or not smoke. А кто-то не может простить. Somebody cannot forgive. И Христос пришел, and Christ came, чтобы отпустить измученных на свободу. To release the captives so they would be free. Это еще одно сбывшее пророчество о Христе. And that's one more prophecy that was fulfilled about Christ. Который по-настоящему людям дает свободу. Who truly gives people real freedom. И последнее. Природа греха — это эгоизм и удовлетворение желаний. And the last sinful nature is selfishness and satisfaction of desires, of our own desires. И увидела жена, что оно приятно для глаз и вожделенно. So when the woman saw that this tree was good for food and it was pleasant to the eyes. Удовольствие и наслаждение. This pleasure. Кажется, а что здесь плохого? And you might say, what is bad about this? Но мы же своих детей ограничиваем.
But Правда? We limit our children, don't we? Не во всех их желаниях все им позволяем. We don't allow them everything they want. И сегодня эти желания, они движут людьми. And today these desires, they move people. Материальное желание. Material desires. Смысл жизни. Человек пашет, зарабатывает, хочет, чтобы было все круче, лучше, круче, лучше. The point of life, a person works and tries to make everything better and better and cooler and... И он не может справиться с этими желаниями. And he can't control his own desires. И иногда только в конце жизни. And sometimes only at the end of life. Понимает, о, столько времени зря. He understands that so much time I spent for nothing. Кажется, куда потрачена жизнь? Seems like, where did I spend my life? Сексуальные желания. Sexual desires. Виртуальный мир сегодня помогает их удовлетворять на всех уровнях. Virtual world is helping to satisfy all those things. Человек хочет, ищет, нарушает божественные принципы. People look and they want and they break God's principles. Потому что это сексуальное желание настолько сильное. Because this sexual desire is so strong. Человек не может с ним справиться. The person can't control it. В глубине понимает неправ. Inside understands somewhere deep that понимает, it's not right. Нельзя. He understands he shouldn't. Но это сильнее, чем он. But it's stronger than him. Желание. Это природа греха. It's a nature of sin. Сегодня есть разные эгоистичные желания, желания власти, славы. Today there are so many egotistical desires of authority, of glory. Кроме желания исполнять волю Божью. Except the desire to fulfill God's will. Желаниям нет конца. Это называется ненасытимость. There is no end to desires. It's called insatiability. Хотя в истории Рождества Even though in the story of Christmas or birth of Jesus, внимание приносили Иисусу, а не людям. And people were bringing gift and attention to Jesus, not to people. Сегодня современное Рождество. Today modern birth of Christ or Christmas. Подарки и внимание приносятся людям. All the attention and gifts are to people. Попробуйте научить своих детей, что на Christmas мы не будем вам дарить подарки. Try to teach your children that you will not give them gifts on Christmas. Я знаю, о чем я говорю. I know what I'm talking about. У меня тоже есть дети. I have children too. Вы понимаете, социальное общество и суть Рождества. You understand this whole community and the point of Christmas. Как трудно донести эту истину. How hard it is to deliver this truth. Поэтому, друзья, люди грешат не потому, что их заставляют. So people, friends, people sin not because somebody's making them to. Но потому, что они хотят. But because they want to. Ева вкусила плод запретный не потому, что ее заставили. And Eve bit that forbidden fruit not because somebody made her do it. Ей предложили. But she was offered it. Поэтому, друзья, корень греха, люди не могут справиться с плотскими желаниями. So the root of sin, people can't control their fleshly desires. И иногда нет разницы, каким методом я достигну своей цели. And sometimes there is I don't care how I'll reach my goal. Кому-то будет больно, обидно, но мне будет хорошо. Maybe somebody will be offended and in pain, but it will be good for me. И исправить эту природу невозможно без Христа. Without Christ. И в заключение. And as a conclusion. Природа греха, 4 пункта на вашем экране. The nature of sin. Чтобы исправить эту природу. To fix this nature. Следующий слайд — это план спасения. Here is the plan of salvation. Третий пункт. The third point. Выход. What's the Какой же выход? Strategy? Well, how do we solve this? В этой же истории, где показан корень греха. In this story where the root of sin is shown. Здесь же Бог показывает план спасения. Here God is showing plan of salvation. Читаем Бытие 3:15. Let's read Genesis 3:15. Очень важный стих. Very important verse. Сложный. Very hard one. Непонятный до конца, кажется. Maybe not fully easy to understand. Читаем внимательно. But let's read carefully. Бог говорит, God said, обращаясь к Адаму, Еве и к змею, and he talks to Adam, Eve, and the serpent. И вражду положу между тобою и между женою. I will put enmity between you and the woman. Между семенем твоим, between your seed, это он обращается к Еве. He's talking to Eve. И между семенем ее. And her seed. Оно будет поражать тебя в голову. He will bruise you on your head. А ты будешь жалить его в пяту. And you shall bruise or bite his heel. Давайте попробуем
понять смысл этого текста. Let's try to understand what is the point of this verse. Некоторые называют это одно из первых пророчеств о Иисусе Христе. Some people call it the very first prophecy about Jesus Christ. Или первое упоминание Евангелия, или по-другому плана спасения. Or the first mention of gospel or the plan of salvation. Здесь говорится о семени. Here is talking about a seed. И здесь идет обращение к самым первым людям на земле. And he's talking to the very first people of earth. Интересно, знали ли вы? It's interesting. Did you know? Что Луки, 3 глава, that Luke 3, 38 стих, verse 38, там написано, что родословие Иисуса Христа, it says that the lineage of Christ начинается от Евы. Starts from Eve. Задумайтесь. Think about this. Читая этот текст. Reading this verse. И проверьте, Луки, 3 глава, and check, Luke 3 подтверждает, it supports this. Родословие Иисуса Христа. That the lineage of birth of Christ идет назад к Еве. Goes all the way to Eve. И здесь говорится Еве о ее семени. And here it's talking to Eve about her seed. Что значит он будет жалить тебя в пяту? What does it mean that it will bite your heel or bruise your heel? Здесь говорится о том, что дьявол будет атаковать человека, а конкретнее в контексте имеется в виду самого Искупителя, который будет рожден. It speaks here and says that the people will be attacked, but in this context, Satan will actually attack Jesus himself, the Redeemer. Дьявол не только будет постоянно людей кусать, жалить, разрушать, мешать, пытаться как-то навредить. Devil is not just going to try to bite and destroy and to do some harm to the people. Но через вот этот укус, который у змеи всегда ядовитый. But through this bite of a snake that's always poisonous. Это был тот укус, который Иисус Христос. That was the bite through which Jesus Christ. Символ. The symbol. Этот укус должен был принести фатальный исход, смерть. This symbol was supposed to create a fatality, a death. И вот этот укус Иисус, but this bite of Jesus, переносит через страдания и смерть на кресте. Jesus, he survives it and he bears it on the suffering написано, on the cross. Написано, что он будет жалить тебя. It says he will bruise you. А дальше написано, что еще в этой картине есть семя жены. And then it says here that in this picture there is a seed of a woman. И семя жены, вот этот потомок от Евы, который произойдет. And the seed of a woman, the one that will be born further in her lineage. Кто же этот он? Who is this he? Он будет дьявола поражать в голову. He will bruise the Satan in his head. И здесь снова символы. And again, there is a symbol here. Этот Иисус Христос. This Jesus Christ. Который, кажется, был смертельно. The one that seemed to be deadly, ужален змеей, bitten by a snake, именно он восторжествовал. He himself was triumphant. Победил. He overcame. Не только умер, he didn't just die, но и воскрес. But he also rose from the dead. Победив грех, he overcame sin, ад, hell, и дьявола, and devil. Если вы можете вернуть еще этот стих на экран, if we could look at the verse again. Посмотрите, там написано семя жены. Look, it says the seed of the woman. Насколько я знаю биологию, as far as I understand biology, у жены нету семени. The woman does not have a seed. Семя есть только у мужчины. It's only of a man. Man has a seed. Что вы видите здесь? What do you see here? Еще один сверхъестественный, one more supernatural, пророческий, prophetic. План спасения. Plan of salvation. Это непорочное зачатие. This is a sinless conception. Семя жены какой? The seed of a woman. What woman? Начиная от Евы. Starting from Eve. И до женщины под именем Мария. And it goes all the way to a woman named Mary. Мария рождает Спасителя Иисуса. Mary gives birth to the Savior Jesus. Без участия мужчины. Without participation of a man. Это противоестественно природе. It's against nature.
И вот исполнение. And here's the fulfillment. Мы с вами находимся в самых первых главах книги Библии. We are in the very first chapters of the Bible. Genesis 3:15. Бытие 3:15. Ключевое раскрытие. Key revelation. Плана спасения. Of the salvation plan. Семя жены. Seed of a woman. Через нее произойдет кто-то. Through her somebody will come. Который победит дьявола. Who will overcome the devil. В голову. And he will kill him in the head. Даст людям власть над грехом. He will give people the authority Человек over сам sin. Не может справиться с дьяволом. A person cannot Человек overcome сам devil не может by справиться himself. С грехом. A human being cannot overcome Но sin через by himself. Иисуса Христа. But through Jesus Christ. Он даст нам эту способность. He will give us this Если ability. Мы в Него поверим. If we believe in him. Если мы Его примем. If we receive him. То этот план для нас. Then this plan for us. А теперь внимание. Then attention now. Как пришли все проблемы на эту землю? How did all problems come on this earth? Или вернее, через кого? Or through whom? Через женщин. Through a woman. Ева. Through Eve. Первая. She's the first. Не повиновалась Богу. She disobeyed God. И она. And she. Через это пришло грехопадение на землю. Through this came the fall of humanity. Если у вас есть вопросы, if you have questions, почему в мире так много зла? Why there is so much evil in this почему world? Столько насилия? Why there is so much oppression? Войны, несправедливость, wars, injustice, беда, just bad things. Единственный ответ, правильный, there is only one correct answer. Это грехопадение. Is fall, is the fall because of sin. Человек не послушал Бога. A person did not obey God. Оттуда идет корень всех проблем, пороков, проклятий, в которых мы сегодня живем. That's the root of all the sins and curses that we live in. Как бы вы поступили с тем человеком? What would you do with that person? Из-за которого страдаешь ты, твои дети и будут страдать твои правнуки. Because of whom you are suffering, your children are suffering, and your grandchildren will be suffering. Можешь честно ответить? Can you answer truthfully? Человек, который тебе столько сделал, the person that did so much bad for you, что хватит и внукам, that there is enough even for your grandchildren. Любящий Бог, but loving God, берет, he takes, кого? Who does he take? Женщину, a woman. Через которую, кажется, все рухнуло. Through whom seems like everything broke. Которая все испортила. Seems like she did everything, messed everything up. Грех пришел на землю. But sin came to people, to this earth. По-человечески. Thinking humanly. Это никогда не простить. This is not forgivable. И невозможно забыть. You can't forget this. Но любящий Бог. But loving God. Oh God. Почему-то. For some reason. Использует. He is using. Ту же самую женщину. A woman again. И через нее. And through her. Без участия мужчины. Without participation of a man. В мир. Into the world. Рождается. Спаситель. A savior is born. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы видите Божью любовь? Do you see God's love? Люди, вы видите Божью любовь? People, do you see God's love? Вы видите Божье терпение к нам? Do you see God's patience towards us? Он дает шанс. He gives a chance. Тому, кто его провалил. To the ones that failed him. И сегодня. And today. Этот шанс Бог дает тебе. This chance is given to you. Прими его. Receive it. Поверь в него. Believe him. Он ради этого родился. That's what he was born for. Человек сам по себе не может стать лучше. People cannot become better by themselves. Деяния 17 написано. Acts 17 says. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем, кто онлайн и кто здесь, всем повсюду покаяться. God overlooked people's ignorance about these things in earlier times, but now he commands everyone,
everyone here and everyone online, everywhere, to repent of their sins. Если ты хочешь стать лучше, if you want to become better, помни, remember, ты можешь себя тренировать, you can train yourself, стараться это правильно, you can try to do it all correctly, но природу, but the nature, ты сам не можешь изменить. You can't change him by yourself. Вот почему пришел Спаситель. That's why the Savior came. Спасти нас от греха. To save us from sin. Именно ради этого он родился. That's the reason why he was born. Родился. He was born. Родился ради того, чтобы тебя освободить. He was born so you would be free. Чтобы ты стал лучше. So you would become better. Поверь, ты можешь стать лучше. Believe me, you can become better. Но только. But only. Благодаря Христу. By Jesus. Грех это как наркотик. Sin is like a drug. Как только человек избавился от наркотика, as soon as a person gets rid of a drug, чаще всего наркоман сам себя не может освободить. Most of the time a drug addict cannot free himself. Часто всего наркоман не справляется с зависимостью наркотиков. Most of the time an addiction of drugs cannot be free. Рушится семья. Destroyed by their by the drug addict. Потерял здоровье. Family is destroyed. Деньги. Health, money. В тюрьме. He's in jail. Все ужасно. Everything is terrible. Сам себя ненавидит. Hates himself. Но ничего не может сделать. But can't do anything. Вот так работает грех. That's how sin works. Но когда наркомана освободили от зависимости, but when a drug addict was freed from his addiction, с того момента, from that moment, последующие год, 10, 20, он встает лучше, встает нормальным. The next years, 10, 20 years, he becomes better and normal. Вот то, что происходит с верующими, людьми, которые поверили в Иисуса. And that's what happens with people that believed. А теперь внимание. And now attention. Встречали верующих лицемеров? Did you ever see a hypocrite? Встречали верующих, которые вас обижали, кидали? Did you ever see a Christian that maybe вам казалось, таким верующим я не хочу быть? And you would say, I don't want to be such a Christian. А теперь запомните. But remember now. Идея наркомана. The idea of this drug addict. Как только его освободили от наркотиков, as soon as he is free from drugs, потом у него есть время до конца жизни стать лучше. He has a whole time until the end of his life to become better and better. Точно так же и христианин. The same thing with Christians. Он не сразу стает идеальным. We don't become ideal right away. Но вот эта свобода, but this freedom, дает ему направление. It gives him a direction. С тех пор, как человек признает, что я грешный, from the moment that a person admits that he is sinful, признает, что я сам себя изменить не могу, admits that he cannot change himself, это дает ему шанс. This gives him a chance to become better. И в заключение цитата на экране. And at the end, a quote on the screen. Если ты родился грешным, it is not, это не твоя вина. Но если ты умрешь грешником, это твой выбор. It's not your fault that you were born a sinner, but if you die a sinner, that is your choice. Ради этого родился Иисус. This is what Jesus was born for.